В настоящее время администрация среагировала очень быстро. Все представления природоохранного прокурора были рассмотрены и удовлетворены. Принято положительное решение. В полном объеме несанкционированные свалки, находящиеся на территории Ленинского района, а именно выявлены на улицах Приуральская, Сельская, Короленко, Луганская и на переулке Нежинском, ликвидированы. Кроме того, начальник отдела коммунального хозяйства администрации Ленинского района города Орска привлечена к дисциплинарной ответственности.